Привет, меня зовут Александр, и я расскажу вам о сварочном аппарате для полимерных труб Solaris PW601. Solaris PW601 – это паяльник для полимерных труб компакт-класса, который идеально подойдет для небольших ремонтных сантехнических работ, а также для работ в труднодоступных зонах при прокладке сантехнических коммуникаций. Температура нагревательного элемента у данного паяльника от 50 до 300 градусов Цельсия, а время разогрева от 3 до 5 минут. Из особенностей модели можно отметить компактный размер, регулировку температуры и три насадки с антипригарным покрытием в комплекте. Стальной кейс для хранения и транспортировки. Индикатор процесса нагрева – зеленый, и индикатор готовности к работе – красный. Сварочный аппарат для полимерных труб Solaris PW601 будет отличным помощником при прокладке сантехнических коммуникаций.